здравствуйте. Красавчик Прохор Шаляпин вновь стал вести холостяцкий образ жизни. У звезды не сложилось с моделью Ольгой Сан, с которой провел вместе практически целый год. Сама Ольга заявила, что долго терпела, однако неопределенность в отношениях ее измучила. Прохор так и не сделал предложение руки и сердца. Шаляпин соглашался лишь на гостевой брак без детей. А Ольга, на минуточку, традиционалистка, которая без потомков и замужества смысла в отношениях не видит. Модель пояснила, что поставила точку в романе с певцом, пусть ищет себе другое счастье в жизни. «И в дальнейшем я не хочу комментировать ни его личную жизнь, ни его будущие отношения, ни прошлое. Представьте, что меня больше нет», – отрезала красотка. Для самого певца решение возлюбленной стало совершенной неожиданностью. Расставаться он не желал, однако сам, со слов Ольги, не спешил ее удержать. Прохор, однако, верен себе и поддерживает всех мужчин, которые уверены, что в отношениях с половинкой женщина сама может содержать пару. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.